Артем Марков с юных лет увлекается брейк-дансом, смотрит выступления известных танцоров, занимается с тренером и мечтает в будущем покорять мировые танцполы. А пока приехал покорять пермскую сцену на 14-й всероссийский фестиваль уличной культуры «Все стили в силе». У меня успехи хорошие, я стараюсь участвовать во всех соревнованиях. Здесь я хочу выложиться по полной. Абсолютно по полной. Брейк-данс, хип-хоп и хаус-дэнс. Фестиваль объединяет молодых танцоров из разных регионов России. Ежегодно в нем принимают участие сотни человек из разных городов. Организаторы отмечают, что этот фестиваль – самое ожидаемое событие для всех танцоров Урала. В Перми мероприятие проходит уже не первый раз. И это лишь одно из многочисленных событий, которые в этом сезоне пройдут в рамках проекта городских властей «Выходные на набережной». У нас со 2 по 3 июля пройдет большой фестиваль, как мы его назвали, «Деревня Фест». Это такой андеграундный фольк-стиль будет представлен, где мы сотрудничаем с международными студентами Института культуры. Также представлены будут проекты филармонии Пермской краевой, такие фестивали, как «Моя семья» большая, потому что все-таки набережная аудитория представлена именно семейным видом досуга. И, конечно, большое внимание будем уделять спорту. Активности в рамках проекта «Выходные на набережной» будут проходить каждую неделю. С программой мероприятий на предстоящие выходные можно ознакомиться на сайте администрации Перми. Екатерина Рухтина, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Итак.